Всем привет, ребята! С вами я, Марк, и вы на моем канале 2А42. Всех, кстати, с Днем Знаний! Я на это видео, скорее всего, выложу либо 1 сентября поздно вечером, либо же 2 сентября вам под утрецо, чтобы было что посмотреть. Да, понимаю, сейчас школа, туда-сюда, уроки. Но у меня опять неспроста. Школа, бассейн, тренировки, у меня все по полной программе. Так что и английский еще у меня. А сегодня я успел залететь поздно вечером в ленту. Ну что, я слышал, там у меня в телеграм-канале подписчики написали: новая акция, Мару Бегиры снимать. Липеры в ленте. Вот. Я не удержался и снял на шортс вот тут вот два таких липера. Это ракета, которая умеет улетать. Ну, вы поняли, в общем, как у меня, ну, все улетает из моих рук. Блин, было бы прикольно, если бы присасывается и улетает. Вот. Сегодня я для вас купил 8 пакетиков. А, и они еще крепятся на стол. Вот, смотрите. У меня тут стол просто вот неровненький, а так они крепятся. Вот, вот такие вот прикольные липеры. Но я думаю, я не буду, скорее всего, собирать всю эту коллекцию, потому что у меня лента вообще на другом краю от моего дома, и мне... Ну, я редковато туда езжу. Ну, только если в Калашбурге каким покушать. Ну, вы поняли. Важные делишки, короче. Давайте приступать к распаковке. О, так. У него в попе дырка. Ой. Ну, на карандаш, короче, цепить или куда? А к 1 сентябрю будем готовиться. Я, короче, сегодня в себе в пенал их вот натыкаю. И буду на 1 сентября в школе самый крутой ему дны. Я летаю как ракета. Вот. Вот такой вот. Он вообще за ручки держится и летает. Вот, вот, вот. Все, поставили. Слушайте, очень прикольно. Мне нравится. Да неужели повторка? Повторка? А, нет. Вот. Повторочка. Открывай. А ты подписан на мой телеграм-канал? И что? Вот QR-код. Быстро подписывайся. Еще залетай в чатик, я там отвечаю на ваши вопросы. И вообще там ребята болтливые, любят пожелать доброе утро, сладких снов. Так что переходите, всех вас жду. И там моя жизнь. Вот. А что-то наподобие такой акции же, помните, было? Да-да-да-да-да, там всякая батарейка. Такие всякие штучки были. Так, у нас 4 уже, это... Марс какой-то, да, это как Марс. Это похоже на Марс. Так, мне что-то кажется, то что этот не редкий, потому что у меня его много попадается. А, кстати, прикольно. И, кстати, респект ленте. Упаковки всякие прочные. И забыл самое главное сказать. Один такой пакетик по карте ленты стоит 29 рублей. Так что, акция, знаете... Нормально. По бюджету подходит. Вот, это синенькое чудовище. Бунь-бунь-бунь. Ставим. Следующий пакетик. А лайк поставил? Надо всегда, когда заходишь на ролик, ставь эти лайки. Вы знали? Угу. Так что поставь лайк. А ты подписан? Я что-то не понял. Если красная кнопочка снизу, нажимай. Или говорят, что она уже не красная. Ну, в общем, нажми на кнопку подписаться. Проверь. Купил с одной кассы, сразу видно. Ну, ребят, ну вы меня знаете. Вы меня знаете. С одной кассы все куплю, вот потом буду весь выпуск нудить. Ну, я с одной кассы все купил, с одной кассы. Давайте, вот чтобы честно было. Ладно, я взлетаю как ракета. Тут ракета. Бой. Ну что, у нас тут 2 пакетика. Третий забыл сказать то, что это легендарная троица. Она... Что за повторочка? Чудик. Ставим его на место. Последний пакетик. Лайк, подписка, колокольчик, чтобы смотреть мои видосы. Крутая рифма. Так что все, удача. О, так слушайте, это, по-моему... Да, это он.
А что на нем написано лента? Я что-то не понял, мне редкий что ли попался, вот там лента написана. А у этого, к примеру, написана лента? Не, лента нет. Да. Чего ты стоять-то не хочешь? Постой на месте. Акция у нас прикольная, но что я заметил у ленты? У ленты альбомов я что-то вообще перестал замечать. Или их вообще не было, по-моему, их не было. Еще я, кстати, в ленту-то пришел не просто купить для вас пакетики, я хотел пройти квест. Да, там квестик есть. Там можно выбрать Milky Way, маленький батончик. Да, крутой батончик. И пакетик клиперов, что ли? Вот такой вот пакетик. Нирваны, конечно, ну, нормально, запечатанный с этим. Надеюсь, меня лента не отругает. Секретный код липеры. Запомнили? Секретный код липеры. Там вот приходите на базу информации, просишь буклет, дайте мне буклетик. Вам дают, и там поле. А по всему магазину спрятаны буковки. Вы просто находите, скажу я, это слово липеры. Завтра или когда-нибудь пойду в ленту, придется искать квест, пилить контент для вас. И, кстати, смотрите, тут на фоне цветочки. Что я могу сказать? Дарите женщинам цветы. Им приятно. Особенно мама. Кстати, отблагодарить их за все хорошее. Вот. А вот такие вот у нас успехи. 6 новых. А вы подписывайтесь, ставьте лайкус, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всех вас жду. Мы будем заканчивать. Всем удачи всем. Пока-пока. С днем знаний.